Что я ем за день на дефиците калорий? На завтрак я приготовила очень вкусную яичницу с овощами, бутерброд с творожным сыром и икрой трески. Ну и обязательно чашечка кофе без сахара и молока. На обед у меня сегодня были тресковые треугольники, запекала их, кстати, в духовке без добавления масла, и отварной рис также без масла. Для того, чтобы набрать норму белка, на ужин я поела сегодня творог, обезжиренный с добавлением 1 ложки сахзама. В качестве сладкого к чаю протеиновая печенька бомбар. Пиши в комментариях, как тебе такой рацион на день.